В Абакане начинает действовать противопожарный режим. Постановление мэра вступает в силу в воскресенье 26 марта. В Хакасии установится очень теплая погода, что приведет к росту количества опалов травы. А это создает угрозу возникновения природных пожаров и распространения их на строения в черте города. Во время особого противопожарного режима, напомним, запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора. Нарушители ждут штрафы в двойном размере.